Зал полон слушателей. На собрание пришли родители и ученики выпускных классов. Наталья Вишневская вместе с сыном девятиклассником готовится к государственной итоговой аттестации. И его настраиваю к ответственности, призываю. Но нам, взрослым, хотелось бы, чтобы больше готовились, но это дети. Специалисты Института развития и образования рассказали, как будут проходить экзамены и о новшествах, которые ждут учеников. Теперь на экзамен можно будет попасть только после тщательного досмотра. Сейчас будет очень строго организовано проведение единого государственного экзамена. То есть, если есть телефоны, то они должны быть оставлены в аудитории и не пронесены там, где проводится экзамен. То есть это грубое нарушение, такой ученик сразу освобождается от экзамена. Это будет проверяться двойным контролем. То есть первый контроль, когда идут педагоги и предупреждают ребенка, и второй контроль – это будут уже органы местного, например, наши внутренних дел уже. Может быть, это будут рамки, может быть, это будут металлоискатели какие-то. То есть предупреждены ребята должны быть. Специалисты утверждают, что видеокамеры и металлоискатели помогут создать равные возможности для всех выпускников. Но у первоуральцев на этом свое мнение. Ну, не знаю даже. Мне кажется, ни к чему это. Ну, мне кажется, нет, не надо. А почему? Ну, потому что-то там, может быть, кому-то нужно позвонить или им кто-то позвонит. Ну, диск как бы такой 50 на 50. Некоторые же проносят, почему бы не проверить. А с другой стороны, ну, как-то надо доверять все равно. Уж совсем-то прямо с металлоискателями. Это же не какой-то там, не знаю, за границу проезд или еще какой-то, да, там, против государства действия. Я считаю, что, в принципе, это уж совсем прям крайний мир. Я вообще считаю, что у нас в России образование завалили. ЕГЭ – это чисто вот натаскивают тупо заполнять эти клеточки. Чтобы не предпринимали, все равно найдут способ списать. Так что это не поможет, эти металлоискатели. Я считаю, что это нарушение прав ребенка. С каждым годом обучение в современной школе все больше превращается в гонку на выживание для детей, родителей и педагогов. Серьезное нервное напряжение при сдаче тестовых экзаменов, понижение способности мыслить вне тестов и многое другое. Все чаще ставится под сомнение эффективность пришедшей с Запада системы обучения. И все больше родителей мечтают о возвращении к понятным и четким стандартам советской школы. Ксения Иноземцева, Владимир Махмутов, Интера ТВ.